Я Краснова Лилия, победитель в номинации «Классический вокал» на конкурсе фестиваля «Европа Арт Хельсинки 2018». Также стала победителем и выиграла мастер-класс от основателя имидж-школы, от имидж-консультанта, а также главного спонсора фестиваля Милы Рунтю, с которой я имела большое удовольствие встретиться и получить от нее этот мастер-класс. Искренне хотела бы сказать, что это была наиважнейшая информация для меня, как для начинающей молодой артистки, оперной певицы сейчас, в современное время, когда имидж это очень важно. Хотела бы сердечно искренне поблагодарить Милу. Также хочу добавить, что, Мила, я действительно все записывала, все, что вы мне говорили, и у меня есть конспекты, которых я периодически заглядываю и стараюсь использовать все, что вы говорили мне, и для сцены использовать это стараюсь в жизни. Потому что всем, кто меня слушает, хочу сказать, что имидж — это не только то, как мы одеваемся, какие мы носим аксессуары, сколько цветов одежды мы используем на нас. Имидж — это другое, это также подход вообще к своему имиджу, это психология, это настрой, это огромный комплекс всего. И всем также хочу пожелать, особенно тем, кто серьезно хочет стать певцами и достаточно быть известными людьми, искренне всем желаю взять с Милы хотя бы несколько консультаций, потому что это очень важно. И какие-то вещи, которые мы не замечаем, нас выдают, а другие люди это замечают. То есть там много существует секретов и тонкостей, которые вам может Мила подсказать. И она умеет это говорить весьма доходчиво, простым языком о сложных вещах. Это тоже очень важно. Потому что ты это один раз услышав, ты это запоминаешь на всю жизнь. Мила, еще раз искренне вас благодарю, потому что это была ценнейшая для меня информация. Спасибо вам большое. Ваша Лилия Краснова.